Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня». Меня зовут Юля, спасибо вам за то, что смотрите наш канал. Сегодня суббота, день достаточно насыщенный. Значит, в субботу у меня были планы следующие. Во-первых, должны привезти сегодня диван. Во-вторых, нам с Полей нужно в цирк. Диван везут, звонили, сказали, будем через полчаса новый. Но вчера надо было вывезти старый. Вот тут лежит куча вещей, это то, что лежало в старом. Стол сюда содвинули, все, что там лежало, все вот на эту сторону, так сказать, положили, чтобы этот угол, вроде бы маленький угол, а как-то столько вещей помещалось, чтобы в этот угол теперь, значит, можно было занести диван. Но про старый диван. У меня подружайки Наташки всегда все надо. Я ей звоню, говорю, Наташ, тебе не нужен маленький диванчик, ну куда-нибудь в прихожку. Она говорит, нужен, давай, я возьму. Я говорю, ну вывезти надо срочно, потому что завтра привозят уже новый, нужно найти на чем везти. Как бы в него он не влезет, к ней в машину в пыжик тоже. Она говорит, сейчас проблему решим. И знаете, на чем она приехала? Я ее обожаю просто, честное слово. Нет предела, так сказать, женскому стремлению приобрести себе что-нибудь новое в дом. Она приехала на эвакуаторе, клянусь вам, смотрите сами. Они еще в процессе. Здорово, Андрюх. Давай, давай, аккуратно. На бок поверните. Сюда, на меня разворачивайте. Вот, вот. Молодцы, конечно, меня тут одного ставили. Снизу берись, снизу берись. Вот. Он тоже один будет, вдвоем мы там в дверь не вылезем. Давай, смотри, смотри. Обувайся. Ты уже обувь. Можешь Польку туда через низ пропустить, она закроет его. Он открылся. Мне все хватит. Ну толкнет она его. Блин, открылся диван. Давайте я толкну. Подожди. Вот. Вот. Ты да там? Куда ты его? Да он его там. Вот чуть-чуть вбок. До свидания, кушеточка. Ты поднимай еще. Ты посмотри, кто был? Кто? Он. А он не развивался. Он не развивался. Если вы его туда тянете, он уже сломается. Сломается. Что сломается? Диван. Почему он должен сломаться? Застрял диван. Ну, кушетка застряла. Нет, стой на месте. Не надо. Пробки. Ага, вот такие точно в Москве. Угу. Чуть-чуть вперед. К военной операции готов. От макушки до ноза. Угу. Идем, выходи. Они вот так его не смогли загнуть. Маленький очень умный. Вон на ватрушку его кидает. Ты одуреешь его на руках нести. Ну все, один тянет, двое толкают. Упал! Не ровно. Ватрушка вещь. Чего мы только они не таскали? Аквариум и мебель. Они его в гору потащили. Я в своей подруге на Техе не сомневалась. Она сказала, как я за ним на эвакуаторе приеду. Интересно, правда на эвакуаторе приехала? Блин, я очки не взяла, я не вижу. Ты правда на эвакуаторе? Приехал. Цепляй прям на ватрушке его. Натах вообще монстр.
прокатимся? Такие кадры. Как же ты так догадалась? Эвакуатор взять. Что нашла? Ну да, в деревне не приходится. Хотелось бы. Я могла представить высоту его. Я боялась по высоте, он меня не пройдет, когда буду затаскивать. Ну да, мы... По высоте он бы меня не пошел бы. Не знаю. Я прокатилась на такой защитке. Да. Где? Поехал, Диман. К Натахе. Чуметь вообще. Обожаю людей, которые видят цели, не видят преград. Да почему нет? На эвакуаторе тоже можно. Ну, а газель не нашла, нашла эвакуатор и его заказала. Везли старый диван Наташки домой. Теперь, значит, жду новый. В чем проблема? Проблема в погоде. У нас все льет, все течет. Моя супергора, моя дорога супергора, она превратилась просто в каток. И в данный момент Поле там на ватрушке катается, как с ледяной горки по этой горе. Как тащить диван? Кто бы знал, я заказывала его неделю назад, если бы я знала, что такая погода будет, такая будет беда с дорогой, я бы, ну, подождала. Но никто ж не знал, что будет. Сейчас. Придется, наверное, тоже на ватрушке, потому что вчерашний диван до эвакуатора везли тоже на ватрушке. Наверное, это тоже придется на нем спускать, потому что даже пешком идешь, очень скользко, ну, можно упасть, уж не поле диван тащить. В общем, я не знаю, сейчас приедут доставщики, посмотрим. Везли. И где они? Наверху? Да. И что, мне надо идти? Да. Иду. Так, ну, я не думаю, что они будут рады, что я их снимаю, поэтому я, как всегда, втихаря. Ну, в общем, короче, товарищи, лед. Стоит машина. А не ставишь, он разобранный будет. Потом их когда? Они ждут. Да я подожду, я что-то. А вас полный привет? Вы же уже спрашивали, когда заказывали. Может, другая машина, я же не знаю. Одна? Я помню его как-то. Ведь не выйдешь до весны. Летом... Это вот по такой, по такой погоде зимой, ну, когда я диван заказывала, дорога была нормальная. Да. Ну, она как бы снег, но чищенный трактор, можно было все ездили. Она провалится, ее как выкинет здесь с этого. Там щебенка. Ну. Нет, там лед, я ходила аж до низа. Ну там лед, да. Не поедет, хватает. Нет, нет, там только моя стоит, а сосед только что уехал, там больше никого нет. Я вам могу предложить вот ватрушку. Мы вчера старый диван на ней поднимали. 120 килограмм она выдерживает. Когда там больше весит? На ватрушку мы ее не удержим. Ну почему? Один держит за... Мы так все таскаем, когда такая погода. И аквариум так 300-метровый спускали. Да, здесь у вас... Потому что пешком вы сейчас сами пойдете вместе с диваном. Вот это, да? Нет, фиолетовый внизу, вон как бы. Сиреневый. Сиреневый. Как будет свой цвет? Ну да. Я летом заезжал здесь. А? Оно это, ну, пробуксовывает, все прыгнет и на подъем. Туда вот мы ездили, где-то наверх. Зелененький. Еще можно попробовать на ватрушке? Можно попробовать? Нет. На ком? На диване? Нет, Поль, на диване с горки нельзя кататься. Ватрушку свою бери. То снесет ее сейчас. Нет. Она вы на самый-самый край поставили. Вот так. Ну, в принципе, давай. Я впереди, наверное. Или ты впереди. А там давай, я вот здесь буду. Ну, купим новый, если лопнет. Палень, господи, эту, как ее?
Интересно. Так, Полин, давай ты вперед иди, за меня не держись, а то мы с тобой вместе полетим. Скользко очень особо, не слишком. Я тут уже нашу землю обтирала. Я же и спала уже. А? Давай. Сейчас, подожди. Давай, Поль, не отстегивай его! Дуная, не отстегивай! Давай, давай. Успокойся. Давай, потихоньку. Сейчас главное в дом войти. Грудь варил дома уже. Ты не забудь его разобрать. Да, да. Сейчас. Все, вроде не забрал. Давай. Проходишь? Там, там высокий порог. И дверь еще мешает. Чуть-чуть. Сейчас я туда зайду. Очуметь. Скажешь, когда искал пустить? Да, пленку сняли, чтобы его разложить, иначе он не входил в двери. Иди дверку закрывай. Одну и вторую. Наверх поднимай. До щелчка. А, нет, на себя теперь тяни. Тяни, тяни. Чего ты боишься? Силёнок не хватает. Все. Как раз влез. Не зря бегала, искала. Ну, в общем, как я говорила, видите, он практически без подлокотников, ну, небольшая, не все равно, конечно, есть, чтобы держалась. Подушки все-таки мне дали к нему. На витрине он стоял без подушек. На витрине он стоял без подушек, но все-таки мне в комплекте привезли две подушки. Отлично. И самому можно поспать, и гости, если пришли, прекрасно. Пойдем заценим. Чего я сегодня спрятала? Достаточно жесткий? Ой. Маленький. Прекрасно, ага. Товарищи. Угу. Ой, как хорошо. Наконец. У меня шрот открылся. А шрот открылся от удовольствия? Угу. Это была поменять диван. Одна из последних... Один из последних планов на этот год, скажем так. И все, я все, что планировала, я сделала. И диван тоже поменяла. Это было самое сложное с учетом нашей горы. Я-то рассчитывала, что снег будет, и они мне завезут. Удивительно, конечно, у людей работа. И вроде бы как грузчики, да, ну, мебель ребята таскают. Но прям профессионалы. Прям вот на удивление профессионалы. Они такие... Ну, зашел вместе со мной перед тем, как его сюда затаскивать. Один мужчина зашел, посмотрел, говорит, вот тут обувь подвиньте. Здесь так посмотрел, что-то так прикинул. Ага, я думала, что они его будут разбирать и заносить по прямой через верх, ну, через окошко на крыльце. Потому что я не думала, что он войдет. Боялась, что он не войдет. Он такой, сейчас мы все сделаем. Здесь они его перевернули так, здесь даже не разбирали. Я когда покупала, спрашивала, могут ли они его разобрать на случай, если он вдруг не войдет, потому что все входы маленькие, нестандартные, двери-то все самодельные. Все вошло, тут вот так, тут не вошло, они его разобрали, где он не входил, и внесли в поворот все прям обалдеть. Я такая довольная, вы себе не представляете. Это... Мне этот диван прям с лета гложил. С тех пор, как я здесь две недели спала на вот маленькой кушетке, которая здесь была, потому что там дом травили. Две недели. Вот у меня с тех пор прям надо диван. И знаете, вот оно все вот это вот мысли, надо купить, надо. А как-то было страшно. Непонятно, как заносить, непонятно как. Ну, в общем, все сложилось как. Женщины, они больше боятся. Они себе сами проблемы напридумывают, в них верят и их боятся. Все сложилось отлично просто. А таких, как Поле, здесь можно 5 штук вот так уложить и вот так еще. Еще
Да спи ты где хочешь, Поль, главное дома. Хочешь тут, хочешь там, как хочешь. Хотя я подозреваю, что Дема сегодня сюда убежит теперь спать. Тьфу на Дему, я спать буду. Ну вы даете, товарищи. Два дома не могут поделить, кто где будет спать. Давай мы его сложим, я бабушке обещала сфотографировать. Следующий. Он не очень мягкий, я не люблю мягкие. Дай тебе фокус. Смотри, а то будешь потом сломаешь. Я знаю, где я буду спать. Я, может, вас обоих сюда выселю, а тот дом мой будет. Я не против. Сегодня буду тут спать я. Окей. Я про Новый год вообще говорю. Сегодня спать буду тут я. Яколка. Примерно к часу ночи прятаться. Ну, потому что Дема тут сидит до часу ночи на кухне, пока мы с тобой спим. Он сидит, играет. Сын мой любимый. Давай мы, пожалуйста, теперь все это барахло поставим на место. Понятно, да. Я считаю, что он там идеально лежит. Да, мы кушать будем как? Все нужное. Я и смотрю. Ну, дай я вас для бабушки сфоткаю. Ну, повернитесь на бабушке-то. Ну, увидеть, но это завтра, а оно сегодня. Ну-ка, раз, два, улыбнулись. Вот, все, сейчас отправлю. Я не ожидала, что покупка дивана будет таким семейным счастьем. Ну, правда. Мам, иди сюда, в серединку. В серединку? Мы даже втроем, кстати, здесь поместимся. В серединке. Подожди, я сейчас эту кучу подушку себе выковырю. А мне тоже. Поля, нам с тобой надо в цирк уже собираться. Да. Ой, простите. Чуть младшую не убил, Поль, прости. Еще подушка перьевая тяжелая. Прости, солнышко, ты повернулась, я кинула, не рассчитала. Все. Слушайте, тут прям втроем шикарно, ну, с Полей. Взрослый-то, наверное, втроем третий. С Полей? Взрослый, ну, таких, как я, в общем, два. Таких, как Поля, пять, таких, как Дема, три. Диван двух, трех, пятиместный. Смотря, кто на нем спит. Ю-ху! Ну, собирай. Давай. Нажимай и туда его толкай. Повисни. Ей сил не хватает. Давай. Ну, помоги ей, господи, нажми рукой-то. И до конца. До конца дальше. Оп, все. Ой, какой добрый-то. С ящиком он. Все, что здесь было навалено, все убралось вниз. Все поместилось. К сожалению, он вверх надо держать. Не надо вверх держать, это просто неправильно сделали мы сейчас. Все держится, видишь? Ну, дабы они диван не угваздали в первые три дня, хоть немножечко покрывало сверху кинуло, который был на старом диване. Стол на место, стулья. В общем, теперь чего так. Убираешь стол, стулья, он раскладывается, гости могут спать. Отлично. Вот у нас раньше на дувном матрасе спали, ну, на маленькой кушетке. Теперь большой диван. Пошли. Ну, с диваном разобрались, в цирк приехали, успели, прям 10 минут досталось. Парковка, цирк огромный, народу полно, а парковка мизерная. Пришлось мне перекрыть какого-то московского кента, оставил там номер телефона. Ну, не я одна такая, там много кто поперек машин поставил, перекрыли другие машины. Все. Ставил номер телефона, я очень надеюсь, что он тоже на представление. Карамель. Это, наверное, большие были, их нету, видишь? Маленькие только стоят. Ну, давай маленькие возьмем. А, вот, 450 еще есть. Так, ну, собственно говоря, вот так. У нас второй ряд. Я взяла второй ряд с краешку, сбоку. Там вообще почти пустой сектор. Непонятно почему. Ну, должно быть видно хорошо. А мы с тобой были, когда в прошлом году сцена, помнишь, высокая была, Полень? И когда фонтаны били. Вон там? Да. Ты помнишь? А я не помню. Либо там, либо там. Это вот память у человека, я не помню. На зеленых креслах мы сидели, да? Да. Я не помню. Да, я помню. Мы сидели на первом ряду с тобой в прошлом году. Не? Ну, я не помню такие мелочи.
помню, откуда Артем с тобой ходит. Нет, или справа. А, вон слева. Что-то дальше. Ничего не видно. Ух ты! Вот Маша, скоро Новый год, праздник, чудо настает. Напишу я Дед Морозу и подарок для тебя. Колбасы грамм 200 может, или литр молока. Так, это кто у нас не спит? Ой, мама, это Маша говорит. Вот как? Мам, мне нужно написать. Я сказала быстро спать. У меня отчетный, на работе все кипит. Делаю их не в проворот. Но ведь скоро Новый год. Фонариками светят. Ага. Молодец, клоун. Классно было. Ты светишь? Молодец. Все. Уехал. Куда? Дальше сейчас будет представление. Куда? Уехали. Может, там кто-то внутри у них есть? А. Кто-то есть. Кто там? Гуси. Ой, да как много. Перелазил через барьер. Очень переживает за торт. Торт украли. Все!
меня. Ой-ой-ой. Фокус! Нет, нет. Оп. Красавица. Вижу, что ты мне в руку тыкаешь. Классно, да? Пришли потом. А? Пришли потом. Пришлю, хорошо. Много львиц. А, красавчик. Вот эта львица прям хулиганка. Она там на втором стульчике сидит, плохо выполняет. Коля говорит, такой не потеряется. Ваня точно не потеряется. Не поместится в баню, думаешь? Я говорю, этот хулиганка самая львица такая. Она через них будет прыгать. А, нет. Легла. Ушла, главное. Да, львы, конечно, потрясающие. А в прошлом году, по-моему, тигры были. Полосатые были, да, тигры? Львы тоже? Я уже не помню. Thank you.
контракт после Львов. И вы, конечно, потрясающие. Полюнь. Вот, красота. Даже бусинки у нее какие приклеены. Сбоку. Все, пошла. В результате антракта у нас стало больше на одного зайца. За 600 рублей. Охренеть можно. И красивый макияж. Ну и вообще, судя по общему миганию на фоне, так сказать, людей, смотрите, мигает. Да. Там он, мальчишки или девчонки, не вижу, сидят вообще с мечом с мигающим. Этот зайчик бегает и пикает. Ну, о, не только. Не только она. У соседей тоже зайчик. Главный артист вышел. Я подумал, может, я тоже устроиться в цирк работать. Я могу из всего, что они показывали, гусей гонять. Что, что ты там увидала? Ну, эти, мечи. Ну, это все, которые здесь на сцене представление показывают, все работники цирка. Ну. А, мне зачем работать в цирке? Ты права, солнце, мне цирк и дом хватает. Вон у меня какой тигр. Не видно, а, из-за освещения. Поближе? Во, вот так видно. Сам блестишь, красиво. 500 рублей на лице у Коли. А еще 500 рублей. 600 за это. О, начинается. Второй ряд, конечно, вообще шикарно. Ой, какие красавцы. Что? Черногривы. Черногривы, да. Они же искали черногривы, вот они. Стражи черногривы. Красавцы. Потрясающе. Какой контракт? Контракт в туалет сходить, попить, покушать. А дрессировщица такая маленькая, такие кони огромные, она такая маленькая на их фоне. И у дрессировщицы есть помощница, смотрите, вон она, маленькая, дочка, наверное. Кони такие здоровенные, она такая маленькая, прям удивительная. Лошади или кони, как правильно. Они прям перед нами вон ходят по бордюру, смотрите. Я сама как ребенок. Эх, не успела. Они сейчас так прыгали классно, я не успел поснимать. Самый веселый, пританцовый. Красавцы! Ой, обалдеть! Ой, сколько их много-то, ё-моё! Хочешь еще попугая? Да? А он, слышишь, как орёт? Уже не хочешь? Знаешь, тебя будить будет такой по утрам. Ага, вот. Они ли не съест? Ну, он может пальцы прикусить. У него клюв, смотри, какой большой. О, бежит, 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 бежит. Ты классный какой. Когда не мой. А, умничка. Не хочет бежать в колесе.
на горке катается. Оп! Один прям летает над зрителем. Эх, опять он не успела. Я ничего не успеваю. Аж воздух, да, прям над нами летает. Прям вокруг, под зрителями. Сижу, рот разявил, ничего снимать не успеваю. Ой, какие. Ой. А тут не хочет. Ой. Роман. Ну ладно, согласись. Опять не успела, опять летала, опять не успела. В расход. Как он так делает? Ну, как будто что-то звук такой, как будто что-то в пакет падает. А, он щелкает! Ой, смотри! Носы клоунские. А пакет пустой был только что. Он, ну, фокусы показывает. Классный, молодец. Дети довольны какие. О, дети довольны! Полетели! Ой! Тихо! Ой, какой огромный! Давай, полюбей! Вы бы видели, какие дети довольны, а взрослые какие довольны с этими шариками. Ну, кто пойдет, берите места пониже, до верха шарики не долетают, до середины примерно. Вон там еще один остался. Обалдеть! Ого! Я в цирке, ну, не первый раз, но слона в цирке вижу первый. Чего ты? А. Смотрю, у него какая борода, Поль. У слона. Обалдеть. Маленькая тряпочка там постелена. Что, на него поместится, на эту тряпочку? Блин, да что у меня с камерой-то? О. Ну-ка. Не знаю. Там вон тряпочка. О. Блин, отважная женщина. Ложиться. Ух ты. Класс, ну, конечно, вообще потрясающе.
Так, ну все, представление окончено. Очень, конечно, быстро пролетело время. Да что такое? Во, вот так получше. Мне понравилось очень, такое ощущение, что прошло всего 10 минут, а прошло уже 2 часа. Поле, конечно, тоже в диком восторге. Классное представление. Если есть возможность сходить. Где шары были? Где шары кидаться? Ну все было классно. Билеты я покупала прямо на сайте Тульского цирка. По 2500 я отдавала за билет на второй раз. Если вы думаете, что это все на сегодня день окончен, то нет, у нас еще раки. Мы поедем за раками. Да, заяц. Заяц, чем ты заяц? Так, приехали мы домой. Давайте я вам покажу раков. Вот они. Ну, плоховато видно. Они серо-голубые. Блин, как вам их? Как это сделать-то, господи? Может, тут? В общем, они там. А вот бежит, бежит, бежит. Вот они. Вот. Ползают. Такие. О, вот он. Все, приехали домой. Сейчас я их положу на часок в аквариум, чтобы вода выровнялась, а потом выпущу. И на этом, пожалуй, на сегодня все. Внизу в описании к этому видеоролику телевизор орет Владимир Демьяна. Всякие разные полезные и интересные ссылки. Ссылка на Вальбер, ссылка на Озон. Про нас любимых. Вот здесь, вот здесь, вот здесь все повыскакивает. Все сами знаете. Все, друзья мои, желаю вам насыщенных... Что у нас сегодня-то? Суббота, насыщенных выходных. Все, ребятки, всем пока.